буквально вот пару недель назад прогнозировалось в течение года 520-540. Возможно? Что думаете? Вполне возможно. Эльдар. Ну, я уже не удивлюсь, если, да, если да. мы сейчас, вот в ноябре, да, в этот праздник нас валюта, да, мы здесь уже как бы не можем удержать. Сейчас, да, смотрите, после выборов, да. С начала года 40%, 10% в тенге вырос. Примерно. Угу. Ну, в течение следующего года еще 10% прогнозируйте. Итого? Итого порядка 530. Принято.